Вітаю! В ефірі телеканалу «Репортер Студія». З вами Крістіна Черновалова. І сьогодні ми говоримо про Кубок світу з козацького двобою. В нашої студії сьогодні завітав Володимир Радіонов, президент Української спортивної організації козацького двобою України, та Денис Молоденко, керівник Національної федерації козацького двобою в Одеській області. Вітаю вас! Здравствуйте. Отож, змагання вже завтра, у суботу. Розкажіть в цілому про захід. Скільки плануєте прийняти учасників, така географія учасників на наших змаганнях? Добрий вечір. Привітаємо всіх одеситів. Приглашаємо одразу на наше мероприятие. Завтра з 10 часов утра вже почнуться поєдинки. Хотілося б почати з того, що іменно в Одесі развитие козацкого двобоя имеет интересную историю. Кубок мира традиционно у нас проводится на берегу Черного моря, проводится в начале июня, к Дню защиты детей. И в Одессе он проводится регулярно уже с 2015 года. Единственный был перерыв – это 2020 год из-за пандемии, из-за локдауна. А так, с 2015 года мы традиционно проводим это в Южной Пальмире на берегу Черного моря. Скільки планує до вас приїхати учасників і яка географія? Та чи приїдуть учасники, наприклад, з-за кордону, тому що пандемія все ж таки нанесла свої корективи в спортивному житті? Да, ми проводимо мероприятие, то у нас в этом году третє мероприятие. Ми провели отборочный турнир, это Кубок України. Пройшов чемпіонат Європи в місті Харкові. И действительно, вот на чемпионате Европы присутствовало 7 стран. В основном это страны ближнего зарубежья, это такие как Азербайджан, Армения, Грузия, Таджикистан, Белоруссия, Молдова. Вот. Я думаю, что эти же, уверен, что эти же страны примут участие на Кубке мира. Сейчас в данный момент проходит как раз регистрация участников. По предварительным заявкам у нас ожидаются спортсмены из 7 стран, порядка 500 участников. Розкажіть, які будуть розділи завтра на змаганнях та чому змагання проводяться в два дні, чому не змогли об'єднати все в один день? Ну, во-первых, тому що велике кількість учасників, як я вже говорив, Україна представлена спортсменами з 20 регіонів, з 20 областей. Вот. І як ми вже говорили з вами про пандемію, про локдаун, 20-й год у нас взагалі пройшов без мероприятий. А последнее мероприятие, которое проходило в 2019 году, это вот был чемпионат мира, который проходил в Харькове, он собрал 1200 участников из 20 стран. Это были как раз и страны дальнего зарубежья. Сейчас страны дальнего зарубежья, у них есть такие трудности, им после посещения Украины нужно находиться в карантине 14 дней. Ну, а европейцы и так пережили очень тяжелый период. Вот, поэтому, именно поэтому нет тех стран, которые принимали до этого участие. Это Италия, Испания, Румыния. Вот, но, слава богу, мы проводим уже, как бы условия карантинные позволяют нам это проводить, мероприятия. Вот, поэтому, ну, вот, именно два дня, потому что мы физически не можем провести 500 участников за один день. Это получается, ну, с раннего утра до позднего вечера. В Одессе проходят мероприятия на трех площадках, это октагон и два татами. Принимают участие спортсмены разных возрастов по нескольким разделам. Я знаю, що є декілька розділів. Це борня, забава та герць. Розкажіть більш детальніше і чим вони відрізняються? Очень хороший вопрос, спасибо. Дело в том, что козацкий двобій это украинская национальная школа смешанных единоборств. Именно школа – это методика подготовки спортсменов, где кульминацией является как раз раздел ГЕРЦ-3. Вот, каждый раздел, сама школа, она приближена максимально ко всем канонам теории методики физического воспитания, основному принципу педагогическому, от простого к сложному. Точно так же и разделы. То есть детки принимают участие в практически бесконтактных разделах, такие как однотан, тандвоби, это демонстрация приемов самообороны. Самый первый рукопашный, ну, как бы боевой раздел, это забава, там, где идет так называемый ограниченный контакт. После этого идет борня, где добавляются технические действия. То есть первое это борня 1, только ударная техника. В борне 2 добавляется лоу-кик и бросок, и мы уже как бы приближаемся к смешанным единоборствам ММА. И уже в борне 3 идет ударная техника, бросок и продолжение работы в партере с применением удушающих и болевых приемов. То же самое, это герц, но уже в полный контакт.
Вот, и герц-3 кульминационный, который проводится в октагоне, это там, где уже применяется даже ударная техника, но уже в партере. Ударная техника руками, что максимально приближает популярному очень виду спорта сейчас смешанным единоборством ММА. Все у нас сейчас очень многие следят за UFC, за другими какими-то промоутерами, такими как Bellator, там, KSFU и так далее. Вот, таким образом мы подготавливаем именно по нашей методике, которая имеет очень серьезные как бы исторические корни. Вот все знают, что казаки это воины, которые защищали и защищали не только наши земли, а защищали и Европу, вот, и многие другие страны европейские. Поэтому вот именно это превратилось в школу, в подготовку и в наш украинский национальный вид спорта. Модный и популярный. Ви розказали тільки що про три різновиди, три підрозділи. Чи можна їх порівняти з якимись іншими видами спорту? Чи є аналогічні, можливо? Ну, за правилами, ось за з тим? Так, як я вам і говорив, как бы, да, действительно, ну, в любой стране, в принципе, да, там хорошо развита, есть свои традиционные боевые искусства. Мы знаем прекрасно, да, там в Японии карате, в Корее тайквондо, во Франции это французский бокс ават. Все прекрасно знают популярный вид спорта. Тайский бокс, муэтай, там, ну и так далее. Да, там бокс, который развивался в Англии, опять-таки, как национальный вид спорта. Поэтому там, где применяется ударная техника, естественно, как любой вид спорта, как любая школа, она имеет свою эволюцию, свое развитие. То есть берутся лучшие приемы, лучшие техники из других видов спорта. Вот, как я уже говорил, накладываются на те традиции, которые были, а традиции очень хорошие, и есть даже такие разделы у нас, как казацкие забавы, это протягивание палицы, что в хач, там, где уже детки с малу учатся держать равновесие, и при движении на себя противника, или наоборот, вытолкать его там за какую-то линию. И вот все это как бы соединяется действительно в школу единоборств, которая имеет национальные корни. Дякую. Денисе, розкажіть, як взагалі розвивається цей вид спорту на нашій Одещині? Очень здорово развивается. Мы проводим регулярно турниры областные и участвуют немало участников. К нам приезжают из всех наших районов много ребят. И количество участников, повторюсь, немалое. И участвуют во всех разделах. И я так смотрю, что последние вот турниры все больше добавляются ребята из других клубов. Так что идем правильным путем, и даст Бог, завтра мы покажем хороший результат, потому что что-то по последней заявке больше 100 человек, одесская команда, больше 10 клубов, поэтому, я думаю, завтра будет яркие бои, и Одесса, как всегда, будет на высоком уровне. Вы сказали, что завтра будут 10 клубов, а сколько всего в Одессе, в Одесском регионе, хотя бы приблизная цифра? Вы знаете, я не могу сейчас говорить конкретно вот за какие-то там клубы, которые там постоянно участвуют, потому что так как вот конкретно вот казацкий бой, это смешанное единоборство, в смешанном участвуют ребята, допустим, там клубы там, джиу-джитсу, боевого самбо, там ММА, еще различные клубы. И если это турниры, которые проходят, они могут быть там в Киеве, то ли во Львове, или еще какая-то команда уехала, другие остались. К нам много приезжают из других областей, когда проводятся наши даже областные турниры для того, чтобы поучаствовать с сильными нашими одесскими спортсменами, для того, чтобы кататься. Поэтому есть такие города, как вот Измаил, Арциз, Белгород, Днестровский, Килия и другие, которые постоянно тоже на областных турнирах, которые выезжают, тоже дерутся за честь нашей области на международных турнирах. Так что ідемо вперед. А ви сказали, що борються за честь нашого регіону. Які ж є досягнення? Такі, може, найвизначніші. Як і в будь-якому другому виді спорту, досягнення – це, я вважаю, кандидати мастера спорту, мастера спорту міжнародного класу. Це всі ті как бы, достижения, які могли б бути в общем, как и любые другие виды спорта. И у нас есть ребята, которые выступают, побеждают и чемпионаты Европы, и чемпионаты мира. И, само собой, они получают разряды, звания. Поэтому как у кого-то выделять вот конкретно какие-то фамилии, имена называть не буду, потому что их реально очень много, и не хотелось бы кого-то выделить, а за кого-то забыть. Поэтому
есть чем гордиться и есть куда идти. И на последнем турнире, вот опять же, я хочу повториться, что добавились ребята вот из других направлений для того, чтобы пробовать себя в казахском двубое. И завтра мы посмотрим, насколько у них это успешно получится. На кого взагалі орієнтований цей спорт? На підлітків, на молодь, на дітей там, до 10 років? Чи взагалі спектр? Да всі возраста. У нас виступають ребята і 7 лет. І я останній раз був на соревнованиях в Харкові. Виходить біться уже немолодий мужчина, которому було 64 года. І він виходив, виступав, дрался. Вот, то есть, представляете, какой контраст возрастов. На одном ковре дерутся детки 7 лет, а в клетку заходит дядя, которому уже 64 года. Поэтому, и, как вы правильно заметили, много разделов. И есть широкий спектр, где можно себя проявить. То есть, кто-то хочет просто побороться, кто-то хочет побиться в стойке. Третьи хотят в партере там повозиться. Поэтому казахский двубой открывает всем как бы возможности, пожалуйста. И не нужно там делать то, чего ты там не умеешь делать. Есть конкретные вот направления, которые именно вот в чем они занимались, они будут достойно выглядеть. А тот же герц третий или барня третья для детей, там уже аналогичные правила, как и в смешанных единоборствах. То есть, поэтому мы видим всех тех же ребят, которые могли бы выступать в смешанных и в различных других видах спорта, приходят к нам, выступают. И порой очень сильная конкуренция. И действительно, те люди, которые побеждают эти соревнования, могут смело выступать за нашу страну на каких-то там серьезных турнирах, даже не любительских, и достойно очень выглядеть. Завтра змагання будуть проходити на стадіоні Національного університету Одеська юридична академія. Як ви можете оцінити умови, які є в академії і, зокрема, стадіон, де будуть проходити змагання? Ну, от зараз там якраз проходить регістрація спортсменів, ми якраз прийшли оттуда. Тобто з нашої робочої площадки, дійсно, умови дуже хороші, дуже хороше розміщення. Спортсмены поселились, большинство спортсменов поселилось в отелях недалеко от пляжа Аркадий, откуда можно пешочком пройтись в академию. И очень приятно, что даже вот сейчас в наших как бы вот условиях после карантина, да, и те требования, которые выставлены, то есть проведение на свежем воздухе, великолепная площадка, которая позволяет в летом спокойно себя чувствовать спортсменам на свежем воздухе, но при этом они закрыты крышей как бы от дождя или от палящих лучей солнца. То есть на самом деле все очень комфортно, географически очень правильное расположение. И в принципе именно поэтому, поскольку как бы такое хорошее географическое расположение самого города Одессы, да, наличие международного аэропорта, как раз это все оно позволяет проводить международные турниры высокого уровня, класса А, почему мы именно с 2015 года и проводим регулярно Кубок мира традиционно именно в Одессе. Вот. Дякую. Які плани на майбутнє? Завтра змагання, попереду літо, можливо, будуть збори, можливо, ще якісь турніри, змагання. Що це? Очень хороший вопрос, спасибо. Действительно, наша федерация проводит очень большое количество учебно-тренировочных сборов, именно подготовки, семинаров для тренеров, семинаров для судей, аттестационные занятия для детей. Поэтому летом у нас уже распланировано полностью. С начала июля мы проводим учебно-тренировочные сборы в Трусковце, где мы их проводим также уже начиная с этого года и в зимний период, и в осенний период, и весной. Вот. А также наша база нашей федерации уже 4 года, которая работает. Очень уникальное место, это Катранка. Это, ну, знаете, да, недалеко, скажем так, от Румынии, от границы. Вот, заповедная зона, шикарная коса, спортсмены великолепно себя там чувствуют. Вот, там хорошая тренировочная база, поэтому всех желающих приглашаем, следите за нашими новостями. Там действительно именно спортивный лагерь, где проходят полностью, как я уже говорил, семинарские занятия как для спортсменов, так и для тренеров по казахскому двубою, поскольку уже на протяжении, по-моему, 4 лет в нашей федерации зарегистрирована рабочая программа для детских и юношеских спортивных школ, и мы подготавливаем тренеров
именно по казацкому двубою, и открываем отделение в детских юношеских спортивных школах. Именно вот на таких вот сборах они проходят обучение, как тренерский состав, так и спортсмены изучают специфику нашего вида спорта, вот, теорию и методику физического воспитания, развитие физических качеств, технические качества, перемещения, защитная атака, ну и так далее. То есть все четко по методике, по школе, и, соответственно, подготавливаются судьи. Дякую вам велике за інформацію, за ефір. Отож, я нагадаю, сьогодні ми спілкувалися про Кубок світу з козацького двобою, який пройде у нас на Одещині вже завтра. До нашої студії сьогодні завітав Володимир Радіонов, президент Української спортивної організації козацького двобою України, та Денис Молоденко, керівник Національної федерації козацького двобою в Одеській області. Мене звати Крістіна Черновалова. До гарних ефірів та гарного вам вечора.